Даю команду, значит, три сканера сканируют пространство над моей головой, под ногами, 360 градусов вокруг меня. И ответственность за эти подключки воздействия энергии притягивается в клетку тюрьмой и становится ее заложниками. Один, два, три. Сканер сканирует все семь тонких моих тел, находит все. А ты как себя чувствуешь? На тебе как латы какие-то. Не знаю, как я себя чувствую. Латы находятся на мне, да? Да. Хорошо, сканер. Отключай эти латы, снимай их. Выводи все, что связано с этими латами. Все это выходит, и потом силой моего намерения отправляется в клетку тюрьму. Да, будет так, а так и есть. У тебя вообще тонкая копия. Я еще на пленке обратила внимание, как пьяная, как замороченная какая-то. Без понятия. Сейчас узнаем, что там. Ну, она в клетке. Выстраиваю каналы от этих лат, притягиваю в клетку тюрьму, ответственных за эти латы. Стоит в клетке тюрьме. Он говорит, подожди, выдави с меня и остальное. Включая внутренний белый свет в ладу, этим светом выдалите себя. Все негативное, патогенное, низковибрационное, чужеродное, находящееся в его биополе. Свет пошел, энергии выходят, вытягивает все, что еще могло остаться. Чужеродное в моем биополе, и все формируется в шар. Готов шар. Отправляю этот шар в клетку, тюрьму. Шар и латы. Хорошо. Выстраиваю канал от этого шара и лат к ответственным и притягиваю их в клетку тюрьму. Стоят в клетке тюрьме мои заложники. Это красный дракон. Какой красный дракон? 74-12. Достаю печать дракона, включаю на полную мощность. Да, будет так, а так и есть. Но на него действует печать, но он брыкается весь, как от нее отстраниться хочет. Влад, сожги его защиту. Вот сейчас ему плохо. Жду, пока он попросит. Останови. Останавливай печать. Итак, красный дракон, ты решил поиграть в игры, которые для твоей жизни опасны, я тебе уже об этом намекнул. Как долго ты находишься в этом биополе, что ты здесь делаешь, паразит? Хочу силу твою перенять. Ты смерть сейчас переймешь. Вот это я реально... Силу и знания. Без моего разрешения, как ты мог войти в это биополе? Где ты ее пробил? Путы накинул. Где, в каком месте это было? И когда? Днем он показывает свет, ну, то есть день, да. Улица. Где-то рядом с твоей машиной. Это белая машина? Да. Вот рядом с белой машиной где-то он крутится. И когда это было? Путы, знаешь, его понятие, это что-то такое тонкое, как кольчуга, только оно энергетическое. Я понимаю. Четыре дня. Сколько у твоих пут герц? Как они могли войти в мое биополе с такой герцовкой? 120, но не герц. 120 каких-то измерений показывает, и это энергетические кольчуги. 120 измерений твоих, сколько это герц в нашем переводе? Примерно 28. Значит, у меня было меньше 28 герц. Хорошо. Что еще осталось в моем биополе, кроме этих лат? Ничего, ты все выдавил. Хорошо. Илья, прошу выйти со мной на связь. На связи. Приветствуйте, Али. Посмотри, пожалуйста, у меня здесь 74-12, красный дракон. Четыре дня назад накинул мне латы. У него какая-то энергетическая, тоже энергетические латы, что-то около 28 герц. Хотел мою силу получить и мои знания таким образом. Верни из них все. Хорошо. Устанавливаю прямой канал от меня к этим латам и реверсом отдаю все негативное, патогенное, низкое вибрационное, находящееся во мне, на этой частоте мощным потоком пошло назад. Все чужеродное уходит, летят в эти латы. Знаешь, идут такие точки, возвращаются, которые, ну, как по всему телу, они как мучают, я бы сказала, такие постоянно напоминают, дергают с одного места в другое. Хорошо, все это выходит, идет назад, до 100% заканчивается автоматически. Как мается тело, там почешется, тут здесь что-то не так. Готово. Установили фильтр с золотой сеточкой на этот канал в порядке реверса, забирая из этих лат весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на моей частоте находится мощным потоком, пошло назад. Да, будет так, а так и есть. Усилию потоки в 50 раз. Готово. Что вернулось? Было энергия. Что? Энергия. Хорошо. Сжигая этот канал,
открывая воронку в галактическое ядро, канал уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо ли я готов? Уничтожая латы, его мы соберем. Под латами, открывая воронку в галактическое ядро, латы уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Там еще шар. И под шаром открываю воронку в галактическое ядро, и этот шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Его собрали тоже. Отлично, благодарю. Сейчас. Подожди секунду. Стоп. У нас здесь Лена хочет про дракона про этого рассказать. Пожалуйста, Ли. А я быстро. Эти драконы, они похитители разума. Редко встречаются. Это давно уже запрещено. Накидывая энергетическую паутину, они похищают энергии сознания. Потом он сказал, что хочет твоих знаний. Это не знания, это энергии, позволяющие тебе разумно мыслить. Вот как. Так это даже совсем и не хуже гуманоида по вредности или ящера, или демона. Принцип такой же. Это древняя конструкция, я даже конструкцией не назвать. Это очень тонкая, как паутина или же кольчуга, энергетически заряженная. Таких защит уже нет. Мы не пользуем их, потому что это запрещено. И очень редко используется драконами. Хорошо, это наказуемо. Хорошо, я полагаю, он не сразу выйдет от вас. Понесет какую-то ответственность за свои действия. Нет, он будет помечен, не сможет. Все правильно. Использовать эти энергии. Я благодарю тебя за это разъяснение. Теперь все понятно. Я просто удивился. Такой высокий дракон и у меня здесь появился. 4 дня сидел. У меня было легкое какое-то непонятное такое ощущение, как будто я в вакууме нахожусь. Но я думал, это связано с переездом. Я ездил последние дни в машине и оказалось вот что. Благодарю тебя за это разъяснение, Ли. Не смей задерживать. Благодарю тебя. Рассинхронизируйся, Вера. Хорошо, поехали дальше.